это WebDriver Chrome. Мы сейчас используем PyTest Selenium, да, для того, чтобы у нас был ключик. Вот. Если мы хотим использовать WebDriver Manager, мы не можем использовать PyTest Selenium. Я очень надеюсь, потому что вещь очень классная, что, скорее всего, PyTest Selenium возьмет в себя этот WebDriver Manager. Я почти уверена, что к этому все придет. То есть PyTest Selenium, скорее всего, будет устанавливать WebDriver Manager, и вы уже вообще не будете делать, он это будет делать сам. Вот. Но если вы хотите уже этим пользоваться, то есть библиотека готова, просто нужно будет самим устанавливать, и я покажу тогда, как не использовать, что делать, если вы не используете PyTest Selenium, да, его минус-минус драйвер. Значит, вам нужно самому запилить этот минус-минус ключик, а вы уже умеете как. Я показывала вам это на примере конфига. Вот, самому сделать этот ключик и самому сделать if, да. Если if в этом ключике вам дали слово Chrome, запустить вот такую строчку. Если вам дали слово Firefox, запустить вот такую строчку. Если вам дали Edge, запустить такую-то строчку. Я сейчас тоже покажу этот код, вы можете у себя его использовать, завернуть в фикстуру и использовать. Вот. Второе, почему это будущее, потому что этот менеджер, у него есть только Chrome, GeckoDriver это Firefox, Edge и IE. То есть на Windows почти все драйвера, нету на macOS никакого, нету вообще драйверов на macOS. В принципе, на Linux тоже достаточно, да, на Linux, как правило, только эти два нужное. То есть, в принципе, можно уже им пользоваться, но если у вас есть еще стоит задача и автоматизировать macOS, Safari, то пока рано. Вот. То есть, ограниченный набор еще вот этих драйверов, поэтому я еще отношу это к будущему. Вот. Что делать, если вы хотите уже сейчас его использовать, потому что, я же говорю, уже стабильная версия, не как Selenium. Вот сейчас следующий Selenium я буду показывать. Вот Selenium, он даже еще в PIP не занесен, по-моему, может и занесен, но он пишет, что это нестабильная версия, они очень сильно еще меняют, и уже вот, я знаю, что те, кто уже до этого пробовал Selenium, там уже даже в инструкции есть, а теперь поменяйте вот так-то, потому что мы изменили. В общем, еще разрабатывается, поэтому там что-то меняется, и поэтому от версии в версии еще может что-то поменяться. Вот здесь вряд ли. Ну или тут просто маленькая библиотечка, всегда можно переписать. Так. Вот. Я импортировала все вот эти менеджеры, которые есть. WebDriver менеджеры. Да, я его установила, импортировала. К add option, кроме конфига, который у нас был, я добавила минус-минус браузер, чтобы не путать с минус-минус драйвер, да, чтобы не Selenium. Я назвала минус-минус браузер. Даже сделала ему дефолтное значение Chrome. Вот. А здесь сделала вот фикстуру, которую назвала драйвер. Она берет эту опцию, которую передают, и эту опцию мы проверяем, что в этой опции. Я сделала lower, да, чтобы можно было передавать как большими, маленькими, так и как большими, так и маленькими. Поэтому я эту опцию проверяю с Chrome, Firefox, Edge и E. Для каждого этого совпадения я запускаю так, как они пишут, запускать Chrome, Firefox и E и так далее. Вот не знаю, почему Firefox, вот обязательно без вот этого executable pass не работает. Вот, а остальные работают. Вот. Ну и else, да, если передали какое-то другое слово, то erase exception, такого нету браузера. То есть, видите, то есть вот это все, что нам давал PyTest Selenium, пришлось сделать самому. В принципе, PyTest Selenium это и делает. Вот, мы просто сами это не видели. Вернее, это и делает, кроме у них внутри нету вот этих слов. Скорее всего, PyTest Selenium и что-то такое завернуто. Ну и больший набор, конечно, браузеров. И здесь я заменила, вот здесь у нас было слово Selenium, я передавала Selenium. Теперь вот нашу локальную фикстуру драйвера. Вот. То есть вместо Selenium заменяете на вот это все, и можно пользоваться WebDriver менеджером. Кстати, в этом варианте можно здесь сделать scope session.
если вам хочется все делать в одном браузере, потому что здесь вы уже сами манипулируете, какой вы хотите скоп у этой фикстуры.